Всем привет, с вами ТОП-3 Майнерс. Как давно я это не говорил, но, в общем, прошло 6 месяцев еще с прошлого видео, и те, кто до сих пор еще с нами, не отписались, те, кто хотят видеть новые видео, то для всех хорошая новость, то что я, наверное, возвращаюсь и буду пилить прохождение. О, нет, мне написали в Стиме, ну ладно. Прохождение, наверное, закончу Сталкер, плевать, что я снимаю его уже больше года. Да, начал я его снимать, кажется, 11 ноября в прошлом году. Уже оно прошло, и уже даже скоро второй раз пройдет. Ну ладно. Я, в общем, там уже в Припяти где-то. Ну, не об этом. Дальше, наверное, вернусь в Майнкрафт. Хоть я в него... Да, хватит писать. Я в него все равно уже не играл, наверное, где-то год. Нет, не год. Не играл в него 6 месяцев, потому что снимал с другом. Конечно, ссылка на это сейчас будет в описании. Там мы снимали с ним летсплеи. Да, и с этим человеком также буду пилить и выкладывать на этот канал. Со старыми друзьями, наверное, уже снимать буду поменьше, потому что у нас там были кое-какие конфликты. Но это было давно, 6 месяцев назад. Сейчас уже новое время. И я заболел. Весна. Самое тяжелое время. Блин, меня, кажется, зовут гулять. Нет, я не хочу гулять. Прости. Все. Так. Ну, в общем, всем спасибо, кто смотрел. Надеюсь, вам понравилось это видео. Это была новость о том, что я возвращаюсь снимать видео. Да, наверное, будет Майнкрафт. Да, я в него не играл. Я забыл про Майнкрафт. Вообще, буду снимать сборки всякие. Повыходило всяких новых карт. Что-нибудь такое вообще. Или обычно... Там уже 90 серий вообще. Это много. Да. А может, сделаю прохождение по разным играм. Типа новых. Да. И буду пилить, возможно, миксы или доту. Да, я в нее начал играть. Я дотер теперь. Все. Всем спасибо. Я рад, что вы были со мной. И то, что вы до сих пор на канале. Да, сейчас буду монтировать. Это я тоже делал где-то последний раз. 6 месяцев назад. Ладно, всем пока. Да.